Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Ребят, ну они. Ждите новую распаковку. Ребят, всем привет! Это новый влог. Добро пожаловать на мой канал. Я сегодня решил разобрать немножко гардеробную. Наш прекрасный. Сказать честно, что тут прям есть много всего разобрать, навряд ли. Но есть что разобрать, это факт. Я вот уже оделся. У меня сегодня выходной. Время где-то 4 часа. Я только встал с кровати. Ну, я позавтракал уже, все, мусс, понятно. Но я лежал, смотрел YouTube. И мой любимый YouTube. И решил вообще разобрать, понять, потому что уже непонятно, что опять в шкафу. Я периодически это делаю, раз в полгода, в год. Но сказать, что прям много всего уходит отсюда, нет. Мне всегда жалко что-то выкинуть, что-то куда-то отдать, продать. Короче, либо лень этим заниматься. Ну, так, сейчас все проверил, вроде нормально, видно меня. В общем, что мы с вами делаем? Я налил кофе. Я уже так много болтаю. А, кто не видел прошлые влоги, обязательно смотрите. Влог, который был вот не 20, а 19, набрал там почти 600 просмотров. Я в шоке. Класс, супер, спасибо. Обожаю. А прошлый влог, 20-й, получается, где Катин день рождения было, и там я подготавливался к нему, все такое. Набрал, конечно, не столько, но тоже неплохо. Все равно спасибо. Спасибо, что смотрите. Обязательно подписывайтесь. Потому что без подписки очень много смотрят людей. Я так понимаю, что это просто люди новые, которые, ну, типа, не на постоянке смотрят, просто зашли посмотреть. Пишите обязательно свои комментарии, потому что комментарии важны, и мне интересно получать фидбэк, обратную связь по влогам и вообще в целом, что как. Как вы заметили, я начал более активно снимать, потому что я выложил один влог, второй у меня уже был в процессе съемки, почти готов, то есть он сейчас у меня в целом почти готов, я его как раз сегодня-завтра закончу и залью, и я уже снимаю новый, то есть вот так вот, я надеюсь, все продлится, сейчас у нас весна начинается, тыры-пыры тролливали, там, короче, сапоги, сандали, вот, за вас. Ну и все, давайте что-то уже начнем, потому что я только стою, пиздю, да, откровенно говоря, и ничего не делаю. Катину полку мы не трогаем, потому что понятия не имею, что ей нужно, что ей не нужно. Вот эту часть мы не трогаем, вот тут все мое практически. А, тут у нас обувь, с обувью тоже как бы особо ничего не понятно. Тут в основном все весна-лето, пока еще... А, там еще есть коробки, я даже не знаю, что там в коробках. Короче, сейчас в процессе все посмотрим. Кому интересно, ставьте лайк, пишите комментарии. Ну и вообще, часто ли вы разбираете свой гардероб, копите ли вы вещи, потому что я жуткий шмоточник, и мне именно важен визуально объем. То есть вот я открываю шкаф, у меня куча вещей, я такой, вау, супер класс, но если из этого нечего носить, это очень плохо. Но чаще у меня есть, конечно, что носить, но все равно есть и то, что как бы вообще непонятно для чего лежит. А также у нас есть пакет, который я продаю на Авито, да, если что, ищите меня на Авито, там есть несколько вещей, но они, походу, в чемоданах, я сейчас не смогу их посмотреть, но в целом мне и не надо, да. Как-то неактивно они начали продаваться, но я надеюсь, что активность их еще наступит, потому что сейчас будет весна, лето, и там более такие вещи, потому что пуховики мы продали, в принципе, была зима, логично, понятно. Все, давайте начнем. Начнем с полки нижней домашней нашей, да. Ну, насчет этого свитера как бы вопросов никаких не возникает. Это у нас свитер Рогов. Такой рваненький, засраненький. Ну, не засраненький, просто рваненький. Это, конечно, любовь, это была покупка у нас недавняя, ну как, полгода назад, в сентябре где-то, в октябре. Он теплый, вообще просто супер, его, конечно, помещение очень тяжело носить, ну, то есть я его надевал на работу, мне в нем жарко, там, типа, ну, очень теплый.
Ну, мы его, конечно же, оставляем. Есть вот такой вот жилет. Жилеты вообще в моем гардеробе очень странно приживаются, никогда не приживаются. Но этот я купил Be Free, мне понравился. Он в целом нигде вроде не скатанный. Я его носил в целом. Ну, как бы его, я думаю, оставляем. Как бы пока вопросов нет. Так, короче, немножко тут прибрался и наговорил уже до хера. В ускоренном режиме, блять, про каждую футболку рассказывать ничего не буду. Сейчас вот такой вот свитер, блять, тоже, как его вообще купил, непонятно, но он выглядит уже настолько плохо. Низы самое интересное. У нас очень много низов, ну типа джинс, шорт и так далее. Поэтому сейчас будем разбираться. Такие джинсы голубые. Прикольные на самом деле, классно сидят, говорят джинс. Кстати, джинсы из фамилии. Классные, широкие, черные. Мне нравятся. Ну, судя по тому, насколько они мятые, понятно, что я их давно не носил. Но джинсы мы на самом деле носим на двоих. То есть условно... Условно вот сейчас три пары джинс я показал. Еще вот есть такие джинсы с дырками на коленках. Это как бы Катины, но и мои одновременно. Одновременно. А, плюс что у нас тут еще есть? Ну и из последних вот джинсы Slime. Вообще топовые, суперские. Мне очень нравятся. И еще одни есть джинсы тоже черные просто. Тоже Катины и в то же время мои. Они просто со стирки сейчас. Вот, что мы имеем? Мы имеем 1, 2, 3, 4, ну, допустим, 5, 6, 6 пар джинс. Ну, как будто бы не так все и плохо, да? Кстати, купили в Glory джинс обычные штаны, не скажу, что они супер вау. Ну, сидят они хорошо. Ну, вот по качеству есть вопросы, но в целом... Такие есть спортивные штаны. Они вообще суперские, широкие, классные, я их люблю, ношу. Вообще, это у нас Рогов. Что из недавнего? Вот такие вот. Гранж, ржавый какой-то цвет. Тоже треники с Fable. Тоже. Но они вот идут как раз с резинкой, их можно и прямыми, и непрямыми. Пимими-мими-мими. Дальше, что у нас еще есть из низов? Это брюки. Антихиру. Брюки классные, тоже не спорю. Тяжеловато мне застегиваются. Но мы придем когда-нибудь к этому моменту, когда они будут застегиваться не тяжеловато, а прекрасно. Здесь вот такие штаны. Штаны в целом прикольные. Фамилии брал, типа карго, тут есть тоже у них резиночка. Но если честно, есть ощущение, что они не прям супер сидят. И есть ощущение, что все вот эти карго спорт штаны уже немножко заем. Я вот думаю, может их вообще продать. Ну какова вероятность, что их могут купить, вообще непонятно. Ну короче, как будто бы... Вот если взять джинсы, то в целом все хорошие, неплохие, да. Есть, конечно, вопросы к некоторым, но пока мы их не трогаем. Но вот эти штаны конкретно, как будто бы уже такие. Не знаю. Пока на обдумывание их уберем. На полку обдумывания, так сказать. Еще одни такого же типа штаны. Черную, с защипами здесь, ну как у нас все модно было, да, сейчас уже не знаю, тоже тут все можно делать, лук онлайн, неплохо сидят, но их, я думаю, по-любому нужно оставить. Еще одни такие же штаны, такого же плана, вот такие, с такими штуками здесь, тоже с резинками, все как по классике, это у нас Гей 31, мне их давали на форму,
Я в них не работал, поэтому я решил, что я их просто себе оставлю, не буду в них ходить в жизни. Они из хлопка. В целом, их точно мы оставляем. Они не супер широкие, но при этом все равно как бы такие объемные. Вот еще есть одни вот такие штаны, тоже из той же серии, но они супер тонкие. Как раз они у меня из секонда, они клевые, вообще супер. Легкие, по цвету прикольные, такие немножко, да, этот... Ну, короче, вы поняли. И вот я не знаю. Еще были белые такие, а белые у меня на продаже. А эти как будто бы не хочется отдавать, но с другой стороны... Когда вещь у тебя уже, типа, сколько? Ну, 3-4 года уже ей. Как будто бы уже хочется от нее избавиться, но при этом, смотря на все вещи, ты понимаешь, что ты же ее не носишь каждый день. Ну, то есть, да, она лежит где-то там, ждет своего часа раз в месяц, раз в полгода. Как бы непонятно. Вот у меня все время эта тупая дилемма. Я такой смотрю, думаю... Ну да, хорошо. Но я их уже, наверное, не буду носить. А давайте сделаем из них шорты. Как, собственно, с этими штанами, которые я обожал, но уже как бы все. Я такой, сделаю из них шорты. Из этих тоже у меня сейчас такая мысль. А сделать, может, из них шорты домашние? Склейка следующего кадра, я в этих шортах. У нас идут вот такие вот джоггеры с разрезами. Классные джоггеры, вообще вопросов нет. Но для меня уже не очень это Мирта. Кто не знает, это Мирта, это антихиру, да, где я сейчас работаю, просто старое название. И, соответственно, у меня есть вещи из Мирта и из Хира. Короче, вот эти джоггеры, они классно, прикольно сидят, мне нравится, как они лежат на обуви с разрезами, но как будто бы уже прошло их время, плюс они не супер широкие, а я как будто уже ушел от немножко зауженных, как будто хочется продать их. Кому надо, пишите в комментарии, ребят. И к ним есть еще худи. Вот такой вот. Тоже он идет тут с разрезами. Достаточно овер. Тут омерта написано. Классное худи. Но тоже уже как будто бы изжило себя, что ли. Хочется от него тоже избавиться. Собственно, освобождается у нас ешелка. Тоже, ребят, кому надо, пишите, либо ищите на Авито. Ну, типа, костюмом 15 тысяч это стоит. Отдам за 5, ребят. Вот как раз из этой же серии G31. То, что мне давали на форму, такие брючки. Хорошие брюки, на самом деле, грязные только, ну... Странно, что не грязные, они после стирки должны быть. Ну, ладно. Ну, я их не буду носить, это 100 пудов. Я их на форум-то особо не хотел носить, ну как бы сначала не выеживаемся. Хотя хорошие брюки на защипах вполне можно куда-то надеть, просто не мой стайл. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details. Ладно, идем дальше. Что здесь разбирать? Здесь особо разбирать нечего. Здесь просто черно-белая майка, которая должна быть у всех. Нужно купить еще, потому что это с прошлого года, летом я сейчас носил. Это Катина майка, это моя серая майка, которую Катя носит, я не особо. Это сорочка Хира. Очень классная, новая. Давай на форму. Здесь вот такая футболка, тоже Хира. Она была с плечами, я их нахер отрезал. Так ношу, с плечами не носил. Раз белая футболка, два белая футболка, три белая футболка, четыре белая футболка. Еще со стирки там есть футболки, ну короче, ну это у нас на двоих. Ну здесь там вообще видно, не знаю, надо ли это видеть. Такая футболка в таком цвете тоже будет. Вот такие мои любимые тоже футболки. В таком цвете. Такая тут красота у нас. Вот в таком цвете с крыской, которая у нас в табе. И вот тут такая вот крыска. Классные футболки. В какой-то момент понял, что я хочу больше таких каких-то классных футболок с принтом, хотя я раньше не понимал. Раньше как будто бы я понимал купить какую-нибудь там худи, не знаю, куртку, еще что-то, типа за там деньги какие-то определенные. А футболка, типа, ну футболка и футболка.
сейчас как будто мне больше хочется типа всяких футболок. Есть вот такой лонг из ушедшего от нас бренда H&M, как раз когда они закрывались, Катя успела купить. И вот есть немного ощущение, что он устал. Также у нас имеются вот такие два лонгсливом, черный и белый, абсолютно одинаковые, и 31. Я покупал, когда я там работал, и в целом я бы еще взял, они хорошие, классные, мне нравятся. Базовые, всякие херни. Вот такая рубашка секонда. Мы у нее просто обрезали низ, и она так скинет. Но она вот как желтая. Возможно, тут что-то пролили. Непонятно. Надо с этим разобраться. Есть еще вот такая вот рубашка. Есть ощущение, что ее пора выкинуть, потому что подарили на съемке. Просто я 3 или 4 раза снимался для них. Это в Китае было, поэтому нет смысла называть бренд. Не особо известны, больше на Taobao, на Алике, наверное, тоже есть. Да, тут на Finfitch. Если найдете, ради бога. Но вообще на Taobao я находил себя. И мне просто с последней съемки, которая у нас была, мне ее подарили. Ну, я сам ее выбрал. Можно ее вообще покрасить? Ну, короче, пизда. А можно с ней еще что-то сделать, потому что я люблю что-то за, ну, а-ля заказ, и чаще всего просто что-то обрезать, оторвать. Моя клетчатая тоже, кстати, из фамилии, но я ее ношу чаще на поясе. Она у меня такая поясная рубашка. Есть вот такая зеленая, Пол Смит. Покупал ее в секонде. Вроде прикольная, но как будто зеленый цвет, не знаю, не особо для меня. Но пока ее оставим. Есть вот такая рубашка, вообще моя любимая, Ralph Lauren. Тоже секонда, кстати. Офигенно объемная, но немножко как будто уже под ЗЕ. Но я ее чаще ношу летом. Вот такая рубашка. По-моему, из Glory Jeans. Из льна, блядь, из чего она? Вообще я планировал, как снять в гардеробе, просто типа, ой, короче, это выкидываем, это поставляем, это классно, это супер. В итоге, эта рубашка та, как будто я обозреваю свой гардероб, но я не планировал этого делать. Так, это Катин, этот серый пиджак такой достаточно объемный, ой, блядь. Очень объемный, классный, мне нравится, он, конечно, тяжеловатый. Достаточно теплый, но вот весной, я думаю, супер он зайдет. Не знаю, что он, откуда он. Какая-то винтажка. Покупал я его у Лёши дома. Кто не знает, перейдите к нему на канал, можете посмотреть влоги, очень классные влоги. Ну и запрещенная социальная сеть, конечно, тоже. Это Катин жакет, он на продаже, по-моему. Черный пиджак. Покупал я его тоже в фамилии, года 3-4 назад. Hugo Boss. Yes. Он уже подуставший, но он просто один-единственный черный пиджак. Вот такой вот есть красота. Ручная работа. Сам пиджак я покупал тоже в фамилии. Это я не знаю кто. Но потом из этого пиджака в итоге, короче, мне поднадоел. Я решил сделать из него такой пиджак-кейп. Разрезал у него рукава, чтобы можно было руки вытаскивать. Поносил несколько раз, понял, что хочу сделать так, просто обрезал рукава. Теперь у меня вот такой пиджак без рукавов. Его я так носил намного чаще, он немного приталенный. Добавил сюда еще булавки и, короче, выглядит супер. Поэтому не бойтесь экспериментировать. Если вещь вам уже кажется не особо клевой, можно с ней что-то придумать. Если получится какая-то херня, вы можете всегда ее выкинуть. Так, еще один фетш. Вот такой вот, да, немножко гангстер. Джинсовка, который покупал в Питере в Мак. Ну, обычная джинсовка. Мне нравится. Я считаю, должно быть у каждого. Такая черная, достаточно длинная, объемная зипка Gate 31. И из недавних такая зипка укороченная Fable. И я хочу еще, мне одна понравилась в Gate, тоже клевая. Тоже укороченная, но такая светло-серая. Короче, хочется, чтобы были зипки, как-то они
пригрели душу, хотя, мне кажется, зипки еще в прошлом году начали набирать обороты, но как будто я как-то не, ну, ровно к ним был, сейчас вот как-то и захотелось. Такая худи у нас есть, не супер объемная, немножко укороченная, с такими рваными капюшонами. Прикольная, базовая, как по мне, обычная. Купили в Мак, случайно вообще увидели. Твитшотик такой, это H&M. Как раз тоже, когда он закрывался, Катя успела купить. На самом деле классный свитшот, мне нравится, офигенное качество. Носим, любим и будем дальше продолжать носить и любить. Вот такой худи, как вам? Тоже H&M, но еще с тех времен, когда никто даже не думал о том, что это когда-то, оно когда-то от нас уйдет. На самом деле тоже прикольно, но уже такое. Тоже, кстати, нужно спросить, что с этим делать. Костюмчик из сатина, амертовский, тут рубашка черная такая сатиновая, штанцы у меня тоже сатиновые, ну, короче, не буду показывать, я в них на Новый год был на корпоративе, влог с этого корпоратива, кстати, у меня на YouTube-канале, так что можете найти, очень классный влог, офигенный был корпоратив, мы снимали дом, ну, точнее, наши любимые работодатели, начальники, снимали, и мы там отмечали. Кстати, я вам не показывал распаковку, мы уже распаковали, попробовали даже приготовить то, что было в прошлом блоге. А, нет, это было в этом блоге. Короче, то, что я там забирал, это было аэрогриль. Тут у нас коллекция Суми. Возможно, вам на ваши прекрасные глаза сразу бросается сумка, которая выглядит примерно вот так. Да. Блять, чуть кофе не уронил. А с чего у вас по времени, кстати? 6:00, нормально. Такая вот сумки. Ну, как вы понимаете, естественно, это не Dior. Как хотелось бы, возможно, можно было бы ее продать. Но хорошая реплика. Я покупал в Китае ее еще, ну так, чисто Катя. Но с ней что-то плохо. А продавать ее точно нет, потому что, ну... Короче, возможно, ее нужно выкинуть. Вот такая вот сумка прекрасная, прелестная, волшебная. Которую я тоже покупал в Китае, в Урбане. Магазин там, короче, такой у них есть. Она надевалась вот так. Тут были вот такие мини, короче. Мне почему-то показалось, что это гениально для меня. Ну, блять, я вообще с ней не хожу. Короче. И я ее что-то выставлял на продажу. Потом что-то забил. И все, она так стоит. Возможно, ее просто нужно отдать папе. Так, тут у нас сумка Катина. Ну, с ней все в порядке, все окей. Такая вот сумка у нас коричневая. Покупал ее тоже в H&M, да, по-моему. Да. Честно, я ее носил один год, потом все. Короче, мне как будто бы вот такая вот форма не сильно нравится. Ну, типа, да, возможно, прикольно, но... Короче, ладно, оставим. Вдруг подошу. Тоже форма у меня вот эта сумка, я ее как-то чаще ношу. Но она тоже как будто уже уставшая. Окей. Эта штучка у нас от сумки, которую Катя дарил. Не Prada, но очень похоже. Классная сумка, на самом деле. Вот такая вот есть сумка. Тоже. Она... Я ее тоже покупал в Китае, но классного качества. Такая не особо сильно сказать удобная, но очень вместительная. Потому что перелеты у меня были с ней, я в нее просто пихал все, что можно было. Но либо не настало ее время, либо ее время уже закончилось, и она как-то вот стоит и стоит. С этой сумкой вы знакомы. Я вам ее показывал в прошлом влоге. Это моя сейчас любовь. И, кстати, вот ремень, который я к ней заказал с Зона. Вот такой ремень. Он очень подошел по коже. Я вообще в шоке. Просто смотрите. Ну, типа, насколько он подошел. Просто идеально.
Вообще топовый ремень. Это, конечно, самая короткая штучка, но выглядит вообще супер, я считаю. Короче. Такая вот сумка. Я ее люблю. И обвесы еще на нее будут прибавляться, просто пока немножко не до этого. Теперь нужно что-то решить с очками. По украшениям сложно сказать, потому что надо все. Очков у меня тоже достаточно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 пар очков. Все у меня очки с AliExpress. Сразу говорю. Опять же, я уже задумывался о том, что я хочу хорошие очки с хорошими линзами, чтобы не портило зрение, тыры-пыры, трали-вали, какие-то более дорогие. Но у меня есть проблема в том, что если я куплю условно одни очки за 10-20 тысяч, то как бы один год как минимум я буду ходить только в них. А я такое не люблю. Мне захотелось сегодня в этих пойти, завтра захотелось в этих пойти, послезавтра мне захотелось вот в этих пойти. Мне нужно, чтобы у меня было много очков. Пока могу, ну, на данный момент я мог себе позволить только с AliExpress сразу заказать там 5 пар и радоваться жизни. Конечно, постепенно я планирую покупать более дорогие, но пока так. Есть две пары таких очков. Пишите в комментарии, на очки какого бренда это плагиат. Принциаго. Понятно. В этих все инфлюенсеры фоткались, перефоткивались 500 раз. Тоже с AliExpress, естественно, откуда у них деньги на Balenciaga. Вот. И я просто заказал, потому что мне просто они понравились. Тоже там где-то сфоткаться, но особо в жизни я в них не ходил. Хотя нет, ходил, ладно. Ну, короче, потом решил, что мне не нравятся формой, они в целом классно сидят, у меня нет к ним вопросов. Они, короче, прикольные очки, я заказал черные. Честно скажу, в черных я хожу чаще. Но у меня есть серые, что вполне полностью Total Black, смотрится очень классно. И очки более, наверное, классической формы, а-ля Gucci, вот что-то похожее на то. В целом тоже мне нравится, я себя, конечно, не вижу, но предполагаю, что мне нравится. Но это из недавних, то есть у меня в целом пары три очков. Короче, три пары у меня новые, поэтому это из новых, мы их оставляем. Я, мне кажется, в них даже особо не ходил. Ну, посмотрим. Сейчас начнется солнце, и вообще, на самом деле, я большой любитель солнцезащитных очков. И когда, как только начинается солнце, все, я все время хожу в очках. Это мое любимое украшение, мой любимый аксессуар. Один из моих любимых, поэтому вот так. Вот такие очки, тоже прикольные, в стиле Prada. Да. Классные, супер универсальные. В них, на самом деле, я тоже очень часто хожу. Вот это две самые мои ходовые пары. Прошлым летом, весной, осенью, вот. В этом году я уже себе нашел очки, нужно только заказать, тоже с AliExpress, потому что именно так вот, и ну какие-то две новые пары, потому что эти поднадоели. У меня есть такие очки, в стиле Balenciaga тоже, но их, честно, я перестал уже носить, как будто бы для меня слишком много тут вот эти вот, вот эти буквы. Колечки, форма, все как бы такое слишком, мне как будто матч. Вот такие очки классные у меня есть тоже. Не знаю, в каком стиле, наверное, типа Givenchy, что-то похожее на такое. Вот, и, честно, даже не знаю, чьи это очки, потому что их кто-то оставил в апартаментах, когда мы были в Китае. Я просто их себе забрал. Ну, в смысле, все улетели вообще, все, кто там был, мы остались вдвоем только с Катей там. И когда мы убирались, просто нашли их. Мне показались они клевые. Вообще, я их, кстати, ношу вроде бы. Да. Ну, интересно выглядит, по крайней мере. Вообще, как вы заметили, у меня все очки больше такой необычной формы, классических практически нет. Ну, какие-то есть более-менее, ну, типа авиаторов там каких-то, или там
Нашел каких-то, короче, типа Ray-Ban. Таких у меня нет. Ну, потому что мне не очень такое нравится. Такие есть очки, тоже прикольные, мне кажется. А, я их попал в B-Free. Тоже за 3 копейки. Такие вот. Пока я снимаю видео, ощущение, что я нихера не разбираю, просто примеряю. Есть вот такие еще очки. Я их заказал, потому что мне понравились Катины. Вот такие, но цвет не мой. У меня все очки черные, как вы заметили, кроме вот серых. И есть еще одни коричневые, которые из недавних тоже. Ну, такие я заказал, такие же черные. Ношу ли я их? Нет. Но, не знаю. Пишите в комментарии вообще, какая форма очков вам кажется мне больше подходит. Из тех, что я примерил. Но мы будем по брендам, да, ориентироваться, что типа а-ля Balenciaga, а-ля Prada, а-ля Gucci. Это у нас а-ля Givenchy будет. Это у нас, допустим, не знаю даже, что это. Филипп Лян, пусть будет Филипп Лян, да? Допустим. Нет, но допустим. Чтобы различать, эти у нас будут Versace, допустим. Versace, окей? Окей, пинал. Вот, это будут такие. Те, которые мне не интересны, я их не называю, да? Которые там вторые Balenciaga, я их все равно не буду носить. Еще у меня есть вот такие, вот эти как раз похожи тоже, мне кажется, больше на Givenchy, на Philippe Lain, что-то вот такое. Я их покупал тоже в Китае, но я их точно не ношу, то есть я их точно в утиль, они у меня просто лежат. И есть у меня еще одни очки, просто прикольные очки. Сказать, что я их ношу? Вот, собственно, ребят, как-то так. Трусы, носки мы с вами разбирать не будем, да, кому-то интересно, но если даже кому-то интересно, это ваша проблема. С гардеробом, наверное, мы разобрались, доволен ли я в целом, да, потому что как минимум две сумки мы в утиль, очки как минимум две пары точно, потом что у нас еще идет, ну и по вещам тоже неплохо разобрались, я рад. Осталось выложить что-то на Авито, то, что точно туда пойдет, типа брюки и еще что-то. А по верхней одежде особо разбирать нечего, потому что все, что у нас есть, это все ок. Это 100 пудов. И все. За вас, для вас, спасибо, что смотрели. Я не знаю, что это будет. Будет целое видео, либо вообще оно никуда не выйдет, либо я просто вырежу максимально все. Но мне кажется, я тут на 2 часа рассказываю. Пишите обязательно в комментарии, интересно ли было вам вообще посмотреть. Ну, типа, знаете, есть всякие... Вот я смотрел у Рогова, мне нравится на самом деле, я ничего не говорю. Но, типа, где он рассказывал, что вот этот пиджак, там он Balenciaga, я его там купил, снимался в нем много раз. Это, конечно, все круто, но все мы понимаем, что мы обычные люди. И... Сейчас возьму кружку, да? И очки надену, что ждите. Все мы понимаем с вами, что мы обычные люди, и не у всех есть, да, такие огромные шикарные гардеробные, если что, не про свою, про Рогова, ну, допустим. К примеру, да, у него еще не самые такие огромные, которые смотрели, да, у Филиппа Киркорова видели, извините меня, какая гардеробная, и ебанешься, блядь. Больше, чем садовод по размерам. Ну вот, и, короче, все мы обычные люди, и просто мне показалось, что кому-то вдруг это будет интересно просто увидеть, как у... обычных людей, блядь, строится гардероб, как это все выглядит, как это можно сделать, какие вещи могут быть, и все. Ну и в целом, как бы, да, у простых смертных, ни у каких-то там звезд, у меня тут нет никаких Balenciaga и так далее, к сожалению, но все еще впереди, поэтому смотрите, пожалуйста, мои видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и... Пишите в комментарии, как вообще часто вы разбираете гардероб. И есть ли у вас что вообще разбирать. Все. Спасибо за вас, для вас. Пока.